А еще вот тут, знаете, на закате классно бывает. Ну вот не на закате, перед закатом. Сейчас 5:30, через полчаса закроют уже пирс, всех выгоняют. Когда приплывают хищники и начинают охотиться на мальков, мальки же огромной стаей, и они вот так вот выпрыгивают, как будто летучие рыбки. Вот если присмотреться, прям видно. Но плавать среди них прикольно, ты просто плаваешь среди миллиона сияющих таких сверкающих точек. Они ярко-ярко, как новогодние вот игрушки такие, серые с зелененьким. Просто под водой это офигительно смотрится. Но на этом все. Больше ничего интересного в подводном мире Ургады я не встретила. Рыбка Немо, мой друг. Завтра, может, возьму GoPro, ее поснимаю. Честно говоря, даже камеру вытаскивать не хочется. Но все равно Красное море в любом проявлении, оно классное. Но хотелось бы рифов.